Я вас приветствую, дорогие мои друзья, с вами Дмитрич на Dmivan Games, и это SNDK. Если вы не знаете, что такое SNDK, это с нуля до короля сокращенно, аббревиатура. И в этом ролике мы купим Куруму себе прямо сейчас, затюнем ее и пойдем на ограбление, побег из тюрьмы от агента 14, нашего любимого. Давайте я вам расскажу немножечко брифинга. Если мы зайдем в телефон, вы увидите у меня 1 335 000. Во-первых, я без ролика, без записи поделал задание знакомых. Я воспользовался услугой, предложением Rockstar. При заходе в игру вам вылазит окно, что если вы подпишетесь на рассылку новостей от Rockstar, то вам подарят 200 000. Я подписался, и мне подарили. Также, ребята, кто не знает, можно еще помимо этого получить 500 000 за двухфакторную верификацию. То есть вы должны скачать на телефон приложение, кто-то звонит в вашу дверь. Короче, кто-то ко мне уже пришел, походу. Ну, она опасная, там, если у вас на телефоне приложение слетит, или вы его удалите, или еще что, или телефон потеряете, будут большие проблемы. Так, Серега у нас есть. Серега, заходи в гости. Вот у нас есть первый человек уже на ограбление. Ой, ребят, по поводу глюков, проблем и так далее. Я очень много читал в инете, очень много людей спрашивал, у кого PS4. И знаете, у кого-то лагает в GTA Online, у кого-то не лагает. То есть хрен его знает, как это все работает. Поэтому не знаю, в чем проблема. Либо я что-то не так делаю, либо просто так получилось. Так, купить Куруму бронированную. Так, мы ее сейчас купим. У нас гараж только один, поэтому приедет она только в одно место. Ну все, наш транспорт приехал, и можно ехать, наверное, тюнинговать. И, кстати, ребята, ночью лагает намного меньше, потому что ночью нет контрастности, ночью все текстуры темные, и поэтому нам не нужно париться насчет того, почему все тормозит. Раньше можно было бронированную Куруму еще забронировать. То есть сделать ее еще более прочной. Сейчас нельзя. Поехали, наверное, на квартиру и будем пробовать. Садись, садись, вместе заедем. Так, все, у меня есть Курума. Это одна из важнейших вещей. Сейчас я ее переставлю немножечко только. Ребят, я буду все свои аграбы делать по очереди. То есть без всяких там участий в чужих делах. Вот человек с банды тоже приглашает, который с нами сделал флику. Но я делать ничего не буду, потому что мне надо получить в конце 1 000 000 баксов. Если вы проходите все ограбления по порядку, получаете 1 000 000 баксов в конце. Поэтому, ребята, конечно же, это очень важно сделать. Особенно для того, кто без гличей, без прокачек и так далее. Вышло так, что и собирать никого не надо. Пока я поднимался в квартиру, к нам зашел еще один подписчик, и теперь нас четверо. То есть теперь можно совершенно нормально начинать аграбу, если они, конечно, будут ее начинать. Так, побег из тюрьмы, расходы 40 000. Продолжить, да. Вон там уже деньги летят. Это мои, наверное, летят, да, которые я продолжил. В общем-то так, ребята. О, авторитет. Мистер Крест сказал, что нам надо поговорить о работе. А чё ты как наркоман-то выглядишь? Глаза красные, какой-то взгляд бегающий. А вот и наша фрик-команда. Ну, я тоже фрик, так что. Кстати, ребят, будет классно, если вы вот этот ролик, те, которые сейчас со мной на ограблении, выложите куда-нибудь к себе в соцсети. Так, давайте я сюда приду. Я летать не умею, кто-нибудь это... Вот, спасибо тебе большое, чувак. Потому что я не посажу, я на геймпаде летать, ну, на вертолете еще ладно, но на самолете я не могу. Не мое оно. Поэтому попробуем так. Я еще не знаю, как из Курума стрелять, если там какое-то автоприцеливание и как оно работает. Так, давай, я это авторитет. Ну, я уже понял, что я авторитет, это, в принципе, вещь очевидная. Я поеду на своей, я ее только купил, я на своей Куруме поеду. Вы уж извините меня, ребят. Я понимаю, ребят, что эта аграба уже в 7000 раз пройдена, посмотрена, даже на моем канале ее раз 5 снимал или 6, наверное. Но уж это развитие, это просто развитие.
А ограбление в развитии GTA Online занимает важную вещь, на самом деле. Надо мною Бэтмобиль, я совсем, блин, как кретин. Еду на Куруме, а там все летит к чертям. Я не в рифму ни хрена, ритм послан был, бляна. И я поехал здесь, на Куруме. Второй чел, он немножко охренел, когда я сбивал тот байк, байкер летел вперед. Кстати, ребят, кого не устраивает мое пение, можете смело перематывать, либо отписываться, потому что я часто пою в роликах. Кому режет слух, там, у кого задело его там тонкие музыкальные чувства, уж извиняйте. Я уже говорил, что я попеть люблю, и люблю попеть всегда и везде. Даже если у меня плохо получается. Мне это поднимает настроение и заряжает меня на хорошую игру. Поэтому, ребята, уж как-то так. Не, ну меня, знаете, меня люди утешают то, что да, на плойках GTA-шка приблизительно так и выглядит. Поэтому ты не парься. Она когда-то выглядела хорошо, когда весело мало и мало в ней чего было. Маску надо одеть, да? Зачем маску? Я и так в Куруме сижу в тонировании. Чё мне эти маски? Ой! Чувак, осторожнее. Подожди, а чё, прицеливания нет, что ли? Из машины. Ой, мля. Чё ты делаешь, блин? Как я буду стрелять? Скажите мне. Походу, все будет немножко печальнее, чем я думал, ну, для них. Потому что ракета уже полетела. Так, давайте разберемся. Так, стрельба. Стрельба, стрельба. Просто я пытаюсь понять, насколько я могу нормально это стрелять вообще. Вагасы закончились так быстро? Так вот зачем вы взяли эти тачки. Обычно, ребята, мы тут минут 10 ковыряемся вот с этой фигней. Пипец, вот задание я ни одного выстрела не сделал. Вообще ни одного. Эй, чувак, ты-то, надеюсь, летать умеешь? Ладно, я там, блин, это ПКшник сраный. Так, нам надо покинуть зону, да? Поехали. Давайте посмотрим, как он продвигается. Ну, практически там уже. Главное, чтобы он сел нормально. Я ж не знаю, кто из этих ребят как летает и что делает. То есть я их вообще не знаю пока. Я только начинаю знакомиться со своими подписчиками на PS4. Слава богу, все у нас получилось. Я, наверное, бронзой буду, да? Как человек, который вообще ни хрена не сделал на этом задании. Ну, это понятно. Видать, для этого я и брал этих ребят, да? Ну я же что, я же нубяра еще на этой, блин, консоли-то. Итак, ребята, у нас побег из тюрьмы автобус. Это второе задание. Сейчас будем угонять автобус. Буленбрук, или как он там. Свою броню, Курума нужна. И, в принципе, все. Вот для этого Курума и берется, и вот этот костюм берется. Это для этих ограблений. Погнали, погнали. Будем добираться до места. То есть покупать какой-то спорткар, там, суперкар, оно, в принципе, не столь важно. Если есть Курума, оно нормально все. Надо же, ребят, я еще и не последний, оказывается. Есть еще люди, которые за мной едут. Ненадолго, правда, конечно, но тем не менее. Короче, ребят, все эти ограбления, походу, пройдут в таком пассивном режиме для меня. То есть люди будут все делать, а я буду просто кататься и хорошо выглядеть, да? Мне, кстати, очень неудобно из транспорта стрелять, я вам честно хочу признаться. То есть оно как-то вообще у меня не, ну, нормально не смотрится. Все, копы появились, значит все. А, он забрал уже, да? Ну, понятно. Так, ну давай тогда, я тогда останусь для безопасности своей в Куруме. Так, давай. Стоять! Я буду их на себя отвлекать, да? На, падла. Так, все. Я, кстати, очень сильно начал замечать то, что есть большая разница между, ну, как вам сказать, между уходом от копов на ПК и уходом от копов... ух ты. И ухода от копов на PS. Почему-то на PS намного сложнее от копов скрыться, чем на ПК. Я не знаю, почему так. Если честно. А может это мое надуманное, может вовсе не так все. Ну ладно, пускай так. В принципе, я уже эти задания все вам показывал, как я делаю. Поэтому, если вот тут на PS я буду плохим, скажем так, помощником для ребят, то, ну, не так это критично, потому что я и так уже много чего. Вот знаете, на что тюнинг не жалел, вот деньги на тюнинг, так это на Куруму. Вообще не жалел. Еще бы номера свои сделать, было бы вообще замечательно. В смысле? Мы прошли или мы зафейлили?
А, ну слава богу. Быстро делаем. Кстати, очень быстро. Мы дольше ехали, чем делали. Так, конечно же, кто будет бронза? Следующее задание – участок. Одно из моих любимых заданий, потому что оно действительно интересное, особенно когда ты за копов играешь, ну, одеваешься копом. Вторая, конечно, версия, там, где надо что-то угонять, оно не очень. Там тачку надо угонять с корабля. Да здесь не то, что Курума, здесь можно любую тачку, в принципе, брать. Ну ладно. Пойдем с гудбоем. В этом задании что самое главное? Это вызвать копов к себе и завладеть их тачкой. Это проще всего сделать, на самом деле. Так. Гребаные слова паразита. У меня есть план, чувак. У меня есть очень, очень хороший план, как это все достичь. Я им пользовался уже миллиард тысяч раз. Смотри, сейчас мы сюда подъезжаем. Вот сюда вот. Вот так вот. И вызываем сюда. Так, как оно там делается-то? Один, один. Поехали. Служба спасения. Так, полиция. Дальше, надеюсь, ты уйдешь от копов. Я все надеюсь на что-то. Я вот постоянно на что-то надеюсь, потому что, знаете, сам не очень игрок на плойке пока еще. Два? Блять, он тоже вызвал, походу. Так, подожди. Так, давай. Я не знал, что он тоже вызовет. Так, давай, уходим от копов. Сейчас дворами, закоулками. Вон, можно прямо было проехать. Блин, там вертолет. Вот от вертолета так не уйдешь легко, да? Не, вроде пока уходит. Блин, со всех сторон зажали. Что делать? Что делать? Надо валить отсюда, чувак. Пускай тебя сейчас засекут, но надо отсюда валить. Нифига. Так все просто. Ты как это делаешь, чувак? Ты волшебник, что ли? Гарри Поттер? Писец, блин. Я думал, что нас сейчас спалят. Вот стопудово спалит, блин. И не спалили. Знаете, мне еще надо привыкать к тому, как люди играют на консоли. Потому что это немножко другая игра. На ПК немножко все по-другому. Вы удивитесь, скажете, да и то же самое. Знаете, я тоже думал, что будет то же самое. Но на самом деле разница есть. То есть немножечко все, конечно, не так. Немножечко все по-другому. Особенно поведение игроков. То есть люди, которые давно на PS играют и на Xbox, они наверняка немножко не так, не такие, как я. Чувак, ты с оружием, что ли, пошел? Сейчас нас спалят. Оружие надо убрать. Просто, насколько я помню, то, что если у тебя оружие в руках, то на тебя копы агрятся здесь. Так, ну благо я знаю, что мне делать. Хоть что-то я здесь знаю. Хоть что-то сделаю. Так, ну пошли тогда. Пошли, пошли. Нормально. Не, он убрал вроде. Понятно. Такая шаловенция стоит там. Опирается на эту, на стойку. Так, давай, побежим. У нас вызов, нам надо убегать. Так, давай, я, может, поведу. Не, знаете, вот к такому графону и к такой вообще игре можно привыкнуть. Вот если начнешь играть постоянно, все-таки когда у тебя хороший ПК и ты играешь на хороших настройках, у тебя все плавно, четко и без проблем, конечно, тут начинается печалька. Но пока ребята очень хорошо себя рекомендуют. То есть не умирают, не фейлят, там не тупят. То есть команда, походу, будет отличная. Да, хоть какой-то я вклад внесу в это дело, блин. Так, давай выйдем. Вот так вот. На всякий случай. Вдруг что-то не это, не заладится. Поливай, поливай, не скучай. Теперь давай стрелять в это говно. Так, еще попасть бы, блин. Хорошо. Смотреть-то будем на эту красоту или нет? Просто хотелось бы взрыв увидеть. Но мы его, походу, не увидим, да? Ну, где-то он там будет, этот взрыв, я так думаю. Ну что, неплохо мы сыграли, пока мне все нравится. Знаете, вот так проходить это просто идеально. То есть ты не паришься ни о чем. То есть ты знаешь, что ребята, блин, сделают все как надо. Ты знаешь, что затащат по-царски.
И все. И можно даже этим компенсировать мое, ну скажем так, скудное умение играть на геймпаде. Ну, я хоть что-то делаю. Я, кстати, сюжетку прохожу еще. Я в сюжетке уже дошел до Тревора. Там уже за Тревора начал задание делать. Сюжетку я тоже пройду с удовольствием. Хотя уже все знаешь, но тем не менее. На геймпаде немножко другая игра. Фу, доставляем расписание. И все будет отлично. Оп. Ну и все. Офигеть. Надо же. Я не бронза в коем веке. Ну, потому что я расписание доставил. Итак, ребята, у нас остается одно задание. Это вот это, как оно там, мокрое дело называется, где надо почистить концы. Я не знаю, о каких концах идет речь, но сейчас он нам расскажет, наверное. Опять кто-то приперся. Hey, good work, people. Great job. Nice, we're still in business. Very well done. Гребаный агент 14. Не нужны мне твои печенья. Иди продавай в другие дома. Я и забыл, что тут так мало заданий-то в этом побеге. Тут всего получается 4 задания. Ну, в общем-то, ребят, сделаем так. Сейчас мы сделаем с вами еще одно задание, а финалочку оставим на отдельный ролик. Так будет, мне кажется, правильнее. Хватит, мать твою, болтать. Ненавижу эти сцены. Он мне и так-то не нравится ни хрена. Еще его смотри тут, без пропуска. Мэрия. Ну вот мэрия это да, это немножко мое. Так, я на всякий случай все-таки броню одену, мало ли. Перестраховщик я, понимаете? Нормально. В общем-то, ребята, сейчас тогда это доделаем и на этом и закончим. Тут надо особо не париться, то есть, но я буду рассчитывать на автоприцеливание. Я не буду стрелять со снайперки, я все равно ни в кого не попаду. То есть в движущуюся цель я точно не попаду со снайперки, это факт. Мне учиться и учиться еще. Но в такую цель, где можно просто, скажем так, автоприцеливанием, это да. Это мы как-нибудь сможем. Как-нибудь у нас это получится. Так. Тут вообще Курума как-то более предпочтительная в этом деле, потому что там потом копов будет. Надо будет потом. Маску одеваем. И залазим. Так, лезем, 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 лезем. Угу. Ты не торопись, мэн. Все сделаем. Мне просто надо прийти на место и затащить по-царски. Так, все, я прибыл. Я со снайперки не буду стрелять, чувак, ты извини, я вряд ли попаду в кого-то здесь. Я попробую так, надеюсь, получится. А, он тоже не будет. Ну, хорошо. Только как бы мы в одного и того же стрелять не начали. А, он у меня еще и не наводится на такое расстояние. Да, обрадовался Димон. Думал, что сейчас наведется у него и все, блин. И все на этом закончится. Нифига в меня уже стреляют. Ну залазь ты, ёперный театр. Так, давай, 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 давай. Так, во, поехали. Мы знаем, что тут делать, как бы. Как бы надо стрелять. Да. Начнем с того, что я еще и попасть не могу, потому что... А чё, в машине автонаведения нет, что ли? Ну, это же совсем печально. У меня на автонаведении строился весь мой игровой процесс на плойке. Если нельзя будет попадать с этим наведением, то я вообще тогда не знаю, что делать. Надо быстро вылезти и быстро забрать. Вылазь, забирай и это, и садись обратно. Так, все. Теперь наша задача как-то отсюда свалить. И как свалить, я пока не знаю. Ну, сейчас попробуем что-нибудь сделать. Блин, и тут у нас товарищи, и там товарищи. Так, ладно.
Ну, если что, у меня есть тайный проход, где можно спрятаться в случае необходимости. Мы туда и поедем, да? Это мой спасительный проезд, где можно укрыться. Вот тут и будем сидеть, да, пока не это... А, все что ли? Раз, все. Блин, с ребятами так легко играть, с этими. Вообще никаких трудностей не вижу. Все-таки хочется и самому участвовать, и как-то быть полезным в команде. Но. Куда ты едешь, сука? Падла какая. Какова мразь? Кто в ночи на бой спешит? По дороге кто? С темным обтекателем и карбон крылом. Эй, прочь с дороги, байк, не соберешь костей. Сдохни, мразь. Только свистни, он появится. Сдохни, мразь. Ну-ка, отлетай. Сдохни, мразь. Победитель темных сил. Сдохни, мразь. Да я заеду-то, ёперный театр-то. Фух, ну ничего. Опять, наверное, на бронзу. Так, ну все, финалка осталась только, получается. Ну это уже следующий ролик, ребят. Ну конечно, кто же бронза? Ой, Глебов постоянно платина. Он у нас на всех заданиях был платиной. Ну молодец, чувак, чё. Я свою платину доберу, которая там для ачивки нужна. Там 25 платинов, по-моему, или 30 надо. У меня уже есть сколько-то там. Так. В общем-то, надо нам заканчивать. На этом ролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Финалка будет в следующем видео. Ребятам большое спасибо за участие, за то, что так хорошо играют и помогают. И вообще, топ ребята. Вообще без проблем все делаю. И увидимся, ребят. Не забывайте поддерживать. Всем пока. Пока-пока.